с надеждой, я ще раз подчеркиваю, с надеждой очень многими людьми. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні. Вчительно, в случае прямого контакту. Великого православного праздника, Вознесения Господнего, выйдет на финишную прямую 21 июля. В 2014 году при общественном движении «Украинский выбор», куда обращались родственники, вот матери. Налево.